Приветствую вас, уважаемые зрители живого телевидения. Здравствуйте. Как я, Эдуард Шульман, обещал, у нас праздник с переходящую датой. 26 мая, 6 июня по нынешнему. Мы, россияне, не сильны в хронологии. Но есть даты, которые помнят, наверное, все. Например, 1799-1837. Между ними жизнь Пушкина. Поэт родился в Москве, на Немецкой улице, покамест Бауманской, в ветхом домике с дырявой крышей. Двор, узкий и длинный, упирался в ручей, который впадал в Яузу. На берегу реки росли вековые деревья. Пушкины нанимали флигель у чиновника Скворцова, сослуживца Сергея Львовича по военному комиссариату. Что же, выходит, отец классика был военком. Шутим, читатель, шутим. 6 июня – веселый день. Вот грянет 10 февраля, тогда будем грустить. А сейчас давайте смеяться. Не зря же сказал Блок «Веселое имя Пушкин». Но приведем для внятности подлинную цитату. Пушкин так легко и весело умел нести свое творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта не легкая и не веселая, она трагическая. Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе. Дай нам руку в непогоду. Помоги в немой борьбе. Обратите маленькое внимание. Свобода всегда и везде тайная. Борьба всегда и везде немая. И непогода тоже всегда и везде. Предыстория. Записанный с малолетства в Измайловский полк, Сергей Львович Пушкин переведен был при государе Павле Петровиче в гвардейский егерской и не мог отстать по службе от некоторых привычек. Питал, говорят, какое-то отвращение к перчаткам, постоянно терял или же оставлял дома. Будучи приглашен на бал к высочайшему двору, он по обыкновению не позаботился об этой части своего туалета и оробел порядком, когда государь, грозно подступя к нему, изволил осведомиться по-французски. «Отчего не танцуете?» «Я позабыл перчатки, Ваше Величество!» Пролепетал в смущении молодой офицер. Государь поспешно снял собственное и, подавая, сказал с улыбкою: «Вот вам мои!» Взял Сергея Львовича под руку и с ободрительным видом, подводя к даме, напутствовал: «А вот вам и пара!» То была, по преданию, Надежда Осиповна Ганнибал. Истоки.
Иван Алексеевич Бунин с удивлением вспоминал, что были такие времена, когда взахлёб читали песню о буревестнике «Буря, скоро грянет буря». Да ведь Горький идет за Некрасовым. Душно, без счастья и воли, трам-парарам-пам-пам-пам. Буря бы грянула, что ли? Трам-парарам-пам-пам-пам. А Некрасов, простите, за кем? Взыграйте ветры, взройте воды, разрушьте гибельный оплот. Где ты, гроза, символ свободы? Промчись, поверь, невольных вод. То есть вод, которые в неволе. Так-то, Иван Алексеевич, все он, веселый классик. Знай, сверчок, почему не женился Пушкин на Анне Алексеевне Олениной, существует специальная литература. Я ее не читал по лености и чтоб не сбиться с мысли. Помню лишь анекдот, что когда сватовство расстроилось, приятели вроде бы потешались, мол, остался с оленьими рогами. Ведь рисовал уж в черновиках разные вензели и расписывался по-французски «Аннет Пушкин». А все будущий текст, укоряют исследователи. Такое-сякое, член Государственного совета, прознал, что Пушкин под тайным надзором и отказал. Да, человек высокой культуры, директор публичной библиотеки, президент Академии художеств, друг фон Визина и Крылова. Но в малом теле оказалась маленькая душа. А что, если Пушкин зашел к Олениным в неурочный час и слышит, как Алексей Николаевич спрашивает у дочери, что за этого коротышку? И довольно. И не искал предлога, чтобы оббегать тот дом большими кругами. Ах ты, карлик, кипел на бегу, сам карлик, карлик, карлик. И через год отыскал Наталью Николаевну Г. 20 сантиметрами выше. Уж чего другого. Толковал, будто незнамо кому. Уж чего другого. А дети на меня обижаться не станут. Что у трезвого на уме? Все помнят известный рисунок. Пятеро повешенных и сбоку рукою Пушкина. И я бы мог, и я бы мог. Поэт давно уже выпущен из деревни, обласкан и прощен, живет в Москве и забегает к Анне Петровне Керн. Та как раз трудится над письмом сестре в Малороссию. А Пушкин, должно быть, торопится, или просто ему не втерпёшь, вырывает листок и тут же дописывает от себя, даже вроде бы не присев. Когда помилует нас Бог, когда не буду я повешен, то буду я у ваших ног в тени украинских черешен. И я бы мог, и я бы мог. Продолжение.
20 веке. 1937 год. Сравнительная биография генерала де Голля и маршала Тухачевского открывается годом рождения. 1890-й, город Лилль. 1893-й, имение Александровское Дорогобужского уезда Смоленской губернии, ныне для желающих посетить возле деревни Следнего Сафоновского района. Оба в дворянской семье, полагаю, потомственные вояки. Хотя генерал де Голль, сын преподавателя, трудно представить, что человек без военных корней сочинил бы книгу «Профессиональная армия». Перевод с французского, Москва, 1935 год. Предок же Тухачевского, дед или прадед, присутствовал на Сенатской площади 14 декабря 1825 года, но бунтовал ли в звании прапорщика или в таком же звании усмирял за давностью времени, главное, участвовал. Окончил Сенсирское военное училище, де Голль. Окончил Александровское военное училище, Тухачевский. Тот самый желтый, простите, дом, где генштаб и военное министерство, угол бульвара Николая Васильевича Гоголя для любопытных и вечной Знаменки, бывшей улицы Фрунзе Михаила Васильевича для любознательных. Как извлекают зуб, извлечем отчество, будто корень, и желтый, простите, дом, соединивший две магистрали, будет им, что ли, папашей, то бишь Василием. Участник Первой мировой войны, де Голль, участвовал в Первой мировой войне в составе лейб-гвардии Семеновского полка. Тухачевский. Кажется, георгиевский кавалер. В 1916-18 находился в немецком плену, де Голль. Трижды, но неудачно бежал. Заключен в крепость Ингельштадт. В 1915 году попал в плен, Тухачевский. В 1917 бежал из крепости Ингельштадт в Россию. Здесь уместнее перейти на стихи с целью нарисовать душевное потрясение, что чувствует офицер. Но Алексей Николаевич Толстой выразил это тремя словами. Все было кончено. Ибо Тухачевский пробрался на родину не в январе, не в феврале, не в марте, не с апрельскими тезисами, не в разгаре июльского кризиса, не к разгрому корниловского мятежа, а лишь в декабре. И сидел у себя в усадьбе, отсыпаясь и отъедаясь, и, быть может, в задумчивости, играя на скрипке, покуда
разгоняли учредительное собрание и вели с Германией переговоры о мире. В ранней юности тревожил меня рассказ Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича, как, управляя делами Совета народных комиссаров, принес он Ленину глянцевитую, роскошную папку с тиснением и позументом, снежно-белыми и белоснежными, гладкими меловыми страницами, что обрезали России крайнюю плоть по восточному ритуалу. Минус Прибалтика, Украина, плюс миллиардная контрибуция. И, подмахнув Брест-Литовское соглашение, Ленин сказал Бонч-Бруевичу: «Не огорчайтесь, это ведь только бумажка». Член партии с 1918-го, Тухачевский. Да, вроде уже к апрелю, заручившись рекомендацией и поддержкой какого-то старого друга семьи и разом подпольщика с многолетним стажем, тогда некоторые еще говорили «подпольника», Тухачевский как бы родился наново. Работал в военном отделе. С мая военный комиссар обороны. В июне командовал 1-й армией Восточного фронта. А в декабре 18-го. Но в ноябре закончилась мировая война. И надо думать, через месяц-другой, а может и раньше, Деголь возвратился из плена. А Тухачевский с января 19 по март командует 8-й армией Южного фронта, затем 5-й Восточного, носится от Северного Донца до Урала и снова на юг весною 20-го. Гражданская война, как любое явление, имеет много аспектов, в частности и такой. Поручики бьют генералов, а эти, побитые, говорят: «Как фантазирую, мог бы сказать, например, Деникин. Стало быть, господа, мы хорошо вас учили». В 1920 году, во время войны с буржуазно-помещичьей, так называемой Панской Польшей, командовал Западным фронтом Тухачевский. И, проявив талант, а также большие организаторские способности, едва не ворвался в Варшаву. Тогда как Деголь, отдохнув и оправившись после плена, в том же 20-м году участвовал в той же войне на стороне Польши. В чине, мне кажется, не старше старшего лейтенанта. В 24-м окончил высшую военную школу Деголь, в то время как Тухачевский еще в 21-м назначен начальником военной академии РКК, рабоче-крестьянской Красной армии. Опустив утомительные даты, зам нарком военмора, начальник вооружений, первый зам и начальник управления боевой подготовки, маршал. А черепаха Деголь, едва-едва капитан,
служит на разных командных и штабных должностях, занимается военно-педагогической деятельностью, издает несколько военно-теоретических трудов о маневренном характере будущей войны с массированным применением танков, авиации и пехоты. Наконец, полковник. Но как только пошла заварушка и началась катаваська. Бух, генерал, бах, замминистра, обнаружил личное мужество, обратился с призывом, основал в Лондоне. Голь, Шарль Де. Читаю в советской, извините, энциклопедии. Реакционный политический деятель, руководитель фашистской партии, объединение французского народа, воспитанник коллежа иезуитов, монархист и клерикал. По заданию Черчилля создал организацию «Свободная Франция», призванную не допустить антифашистского освободительного движения. Центральное бюро осведомления, своего рода гестапо, действовало в тесном контакте с гитлеровцами. Де Голль и его клика повинны в уничтожении огромного числа французских патриотов. Что? Забыть? Ах, забыть! Давно уж пора забыть. Да поймите вы, я не фитиль вам вставляю, а себе клизму. Творчество есть сознательный физиологический акт. Как говорит классик, животное отправление. Все мы нажрались тухлятины, и надо бы выпустить этот кал из толстой кишки, чтоб, наконец, завоняло. Капитулянское правительство Франции обвинило Де Голля в измене, и военный трибунал 17-го военного округа приговорил его к смертной казни. Внезапно воскреснув, отрываясь от реальной действительности, снова перехожу на стихи, чудесно воскреснув осенью 1941 года. Тухачевский обратился к стране: «Нас спасет только правда». Сразу после войны предпринял ряд мер, чтобы установить режим президентского типа. Столкнувшись с трудностями, покинул пост главы государства, распустил партию «Объединенные патриоты», временно отойдя от активной политической деятельности. В мае 1958-го, в период острого кризиса, снова возглавил правительство. В сентябре была подготовлена новая конституция. 21 декабря избран президентом страны, а по истечении полномочий вновь переизбран на полный срок. Тухачевский скончался в родовом народном имении 4 февраля 1973 года. А полковник Де Голль был расстрелян в подвалах Бастилии 12 июня 1937. Продолжение в День памяти и скорби. Что человек смертен, известно всем. Но он, говорит Булгаков,
внезапно смерть. Сталин умер, говорит Гроссман. В его смерти был элемент свободной внезапности, бесконечно чуждый природе сталинского государства. Эта внезапность заставила содрогнуться страну, как содрогнулась она после внезапности, которая обрушилась на нее 22 июня 1941 года. Три машиниста. А почему три? Один, конечно. Я машинист, а я помощник, а я кочегар. Поехали. Выходной зеленый. Ту-ту. В день всех святых. 22 июня в 3:15 утра вышел последний поезд. Но вышел-то раньше и был, например, целевого назначения. Весь груженный зерном от хвоста к голове сформировали, наверное, на Украине, а то пёр откуда-нибудь из-под Архангельска, с лесоповала, с лесом и тесом, или непосредственно из Баку, в жирных, блестящих цистернах. И поездная бригада сменилась, допустим, в Жлобине. Машинист, помощник, кочегар. И в 3:15 утра въехали на тот мост. «Не спи, Ваня!» – крикнули часовому, а он махнул без улыбки. «Давай, давай, не задерживай!» Последний раз проверяли документы, залезли на паровоз, скорее всего, и на тендер. Глядишь, пошутили, как в том анекдоте. «Иванов, Петров, Сидоров!» Машинист, скажем, был Иванов, помощник Петров, а кочегар Сидоров. «Братья! Так точно! Однофамильцы!» И двинули по тому мосту между бывшей Россией и бывшей Польшей, между родиной на четыре буквы СССР и областью государственных интересов Германии, как стояло тогда в географическом атласе. И там, на другой стороне, в области тех интересов, вышел из будки Ганс. И кочегар, предположим, крикнул: «Гуд морген, Ганс!» Опять проверяли документы, залезли на паровоз и на тендер. Ифанов, Петров, Зидоров. «Братья? Так точно! Однофамильцы!» «Ви? Ви бите? Айна фамилия? Что? Как вы сказали? Одна семья?» «Айны, айны. Одна. С нашего берега видели, как немец-железнодорожник пожимал руки, а кочегар поднял свои, будто сдаваясь, дескать, чумазый. И немец козырнул кочегару, а Сидоров подмигнул немцу. Хотя с нашего берега не видать, но все равно подмигнул. И дернули с того моста на ту площадку, или как оно называлось, в общем, туда, где меняют тележки, на узкую европейскую колею,
а паровоз загнали на поворотный круг и крутанули, будто на карусели. 22 июня ровно в 4 часа немцы напали, нам рассказали, и кинулись поскорее назад. Нет, сидели на своем паровозе. Как же, блин, бросить? Что скажут в депо? А если прорваться? Так-таки, по нахалке, под парами, устроим им аварию и аврал. Или тихонько себе пошли садами да огородами и запросто переплыли речку, что ночью была границей, с одеждой над головой, будто с гранатой. А может быть, немцы посадили их на паровоз, и они провели первый состав до Жлобина, а там и другой. Только Вани уже не было на мосту, а Ганс прежний. Куда ж ему деться? А где-нибудь в 43-м подорвались на мине, не то сами ушли в партизаны, Сидоров непременно. Иванов был старый и копался себе в огороде. За 2 мешка картошки обзавелся освобождением, и Петров ездил с механиком-немцем, женился на его дочери и живет сейчас, как ни странно, в Ганновере. А Сидоров висел на вокзальной площади с черной табличкой «Бандит», а Петров лежит в Ганновере под лютеранским крестом. Или все кресты одинаковые? А ведь предлагал тогда прорываться. «Надо это перекурить», — сказал Иванов. «Как же, пробьешься», — сказал Сидоров. Развязали узелки с хлебом и яйцами. «Пойду умоюсь», — сказал Сидоров. «Но все равно на мягких яичных боках оставлял темные вмятины». Тут подошел немец и объявил, что можно домой на паровозе, и поехали. Выходной зеленый. Вот и все. Только стук колес в темноте, в предрассветной дымке, и тяжеловесный состав вползает на мост. «Не спи, Ваня! Гуд морген, Ганс!» Продолжение с классиком. 1889. 11. 23 июня родилась Анна Андреевна Ахматова. Тогда же, 23 июня. Но в 1973 году скончался Павел Николаевич Лукницкий. Ровесник века, сын военного инженера, учился в пажеском корпусе, добровольно вступил в Красную армию, окончил Петроградский университет, печатался с 1923-го. Корреспондент в блокадном Ленинграде, публиковал стихи, прозу, пьесы. Однако среди трудов, перечисляемых литературной энциклопедией, нету, быть может, главной книги Лукницкого. 8 декабря 1900,
24 года познакомился он с Анной Ахматовой, АА, и в течение нескольких лет фиксировал в дневнике почти что стенографически каждую встречу. Вопросы, ответы, жест, обстановка. Характерная черта, отмечал Л. Лукницкий, о Пушкине, Данте, о любом гении или большом таланте говорит АА так, с такими интонациями, словечками, уменьшительными именами, как будто тот хороший ее знакомый. Вот сейчас вышел в другую комнату, через минуту опять войдет. Словно нет пространств и веков. Какая-нибудь строчка, например, Данте, восхитит АА. «Да чего умен старик» или «Молодец, Пушкин». Шел 1927 год, 90-летие со дня гибели. И Лукницкий учинил, по его словам, нечто вроде испытания. Взял однотомник Пушкина и раскрывал на любой странице, перебрав 15-20 примеров, перешел к прозе, потом к письмам. Читал 2-3 слова, и АА совершенно точно произносила следующее. Попробуем как бы инсценировать дневник, нарисуем в уме некую картину и составим из произвольных цитат воображаемый диалог. Л, заглянув в томик Пушкина. Недавно темною порою АА, когда пустынная луна текла туманною стезёю, Л, ты Богоматерь, нет сомнения. АА, не та, которая красой пленила только дух святой, Л, брови царь нахмуря, АА, говорил вчера, повалила буря памятник Петра. Перелистнем прозу и обратимся к письмам. Л. Буря, кажется, успокоилась. АА. Осмеливаюсь выглянуть из моего гнезда и подать голос. Вот уже 4 месяца нахожусь я в глухой деревне. Л. Милостивый государь Александр Христофорович, честь имею препроводить на рассмотрение вашего превосходительства мои стихотворения. АА. Если вы соблаговолите снабдить меня свидетельством для цензуры, то вследствие вашего снисходительного позволения осмеливаюсь просить. Л. Грустно мне, жонка. АА. Ты больна, дети больны. Чем это кончится? Бог весть. Лукницкий, судя по дневнику, был поражен. И, допускаю, воскликнул. Вы прямо на зубок выучили? Анна Андреевна улыбнулась. Пожала плечами, махнула рукой. Дескать, чему удивляться? Ведь Мнемозина, богиня памяти, дочь Урана и Геи, сама сделалась матерью, зачавшей от Зевса. И произвела на свет не кого-нибудь, а 9 парнасских муз. По той дороге, где Донской вел рать великую когда-то, где ветер помнит супостата, где месяц
желтой и рогатой, я шла, как в глубине морской. Шиповник так благоухал, как будто превратился в слово, и встретить я была готова моей судьбы девятый вал. Анна Ахматова, 1956 год. Продолжение в тот же день, белую ночью, 11-23-6. 1800 года, июня 11 дня, гвардейский сержант Максимов взят среди ночи обер-полицмейстером и препровожден к санкт-петербургскому военному губернатору, коим доставлен в Казанский собор. Там, ближе к рассвету, очутилась рядом с Максимовым юная девица по виду мещанского звания, убранная, как на свадьбу. К ним поспешил батюшка, осведомясь у Максимова, знакома ли ему сия особа. Тот решительно отрицал, признавая, однако, соседкой по дому, дочерью портняжного мастера Кронеберга именем Луиза, что тотчас и обнаружилось. Выражаясь на родном языке, финском, девушка объявила, что обожает Максимова, который по невежеству своему о том не догадывался. Родители же, особливо матушка, проникли в сердечную тайну. Отец пригрозил, что запорит Луизу до смерти, коли та не оставит бесплодные и вредные для здоровья мечты. Не смея ослушаться или покориться, бедная чухонка бросилась в Неву. Но по удачным обстоятельствам белой ночи была спасена. Полиция доложила о происшествии государю. И Павел Петрович лично распорядился без промедления соединить молодых. Невеста плакала. Батюшка обратился к жениху, по любви ли, по доброй ли воле совершается таинство. «Никак нет», – отвечал Максимов, – «по высочайшему повелению». Супруги жили долго и счастливо. Продолжение на другой день. 1962 год, 24 июня. Скончался Анатолий Борисович Марингов. Было время, когда Есенин предлагал: «Давай, Толя, выпустим сборник «Эпоха Есенина и Мариенгофа». Это ведь сущая правда. Эпоха-то наша». И такой сборник подготовили. Верстка его хранится в Литературном музее. Родился Анатолий Мариенгоф в 1897 году. В 30-летнем возрасте обнародовал роман «Без вранья», наиболее знаменитое свое произведение. Спустя приблизительно 30 лет Юрий Карлович Олеша повстречал Мариенгофа в ресторане «Националь» и воскликнул с вопросительным знаком: «Боже мой! Красавец и щеголь Мариенгоф, автор воспоминаний о Есенине, поэт и маженист, в настоящее время сочиняет пьесы, из которых каждая фатально становится объектом сильной политической критики
еще не увидев сцены. Остаются только названия, обычно запоминающиеся и красивые: «Заговор дураков», «Белая лилия», «Наследный принц». Насчет «Белой лилии» не скажу, а «Наследного принца» ругали на моей памяти. «Заговор дураков» – вещь ранняя, но в целом Олеша прав. До самой смерти Марингов был автором звучных заглавий, которые лишь теперь превратились в книги. «Мой век», «Мои друзья и подруги», «Циники» с недавней экранизацией, «Изъятый роман без вранья» вышел несколькими изданиями. При всей эффектности и модерновости Марингов связан с классической традицией, в частности, с мыслью Льва Николаевича Толстого, что рано или поздно роман прекратится, стыдно будет выдумывать. Вот таким невыдуманным способом работал Марингов. Герои-современники выступают под собственными именами. Жизнь, не ставшая историей, главный персонаж повествования. Марингов, подобно зачинателям жанра, Монтеню на Западе, Герцену у нас, привлекает во множестве разные попутные байки, слухи, сплетни, политические новости, бытовые мелочи, присловия, анекдоты. Скажем, новобранец на фронте попал под обстрел, поднимается в рост и кричит противнику: «Сумасшедшие! Что вы делаете? Здесь живые люди!» Или известная притча про английский газон, которую притчу, с вашего позволения, мы приведем в пересказе. Некие индусы посетили Великобританию. Их больше всего поразило, как удалось местным жителям сохранить в идеальном порядке газоны, скверы, парки. Очень просто. Ответили местные жители, англичане: «Мы подрезаем траву вот этими ножницами каждый день уже 400 лет». 400 лет? Каждый день? Оно может быть хорошо для травы, для газона, но тот, кто держит в руках ножницы, слышит их железное чавканье, чьи пальцы мокрые и липкие, и пахнут травой. Его-то спросили? Если ему слишком долго внушать мудрость 400 лет и вот этих ножниц, он пропорет ими ваши бока и уйдет, не оглядываясь. А вы умрете, глаза обратив к небу, улыбаясь. А тот, кто секатором резал траву, а после зарезал вас, он подожжет ком бумаги или тряпья и пойдет по дороге и будет петь. К нему прибежит стеклодув. 400 лет вот через эту трубку и слесарь вот этим напильником. 400 лет и точильщик с ножом. Среди них обнаружится некто, кого они поставят на возвышение и, проходя мимо, внизу, под ним, с факелами и флагами, а также
с инструментами бывшего труда, огромными, из материи и картона для легкости, задрав голову, как задирают ее к небесам, определяя погоду, и, запрокинув голову, станут кричать несусветные глупости, необходимые почему-то для счастья. Потом, через некий срок, их дети и правнуки вернутся к газону, к траве, где пропороли ваши бока. Вас не будет. Вы сгниете и сгинете, удобрив почву, выросшую высотой с елку. Но какая-нибудь запонка, какая-нибудь берцовая кость, дужка от ваших очков, ком платка, которым затыкали в последнем усилии рану, что-нибудь да найдется. Вам поставят памятник. Кругом будет расти трава. И 400 лет вот этими ножницами ее будут все-таки подстригать. Будут все-таки подстригать. До свидания, любознательные зрители живого телевидения. Благодарю за внимание. До встречи в июле. Макушка лета по макушке бьет. На праздник света весь народ идет. На солнышко глаза нам повернуло. Мы в небеса уставились, как в дуло. Пока-пока.